Этот турнир, который проводится второй раз в нашем городе, я думаю, станет таким же традиционным, как тот турнир, который был пятый год проводился у нас среди юношей. Мы очень рады приветствовать на нашей 20 лет и пожелать, я хочу вам удачи в ваших спортивных достижениях. И вот от имени областной думы, так как я являюсь советником председателя думы, и по его поручению, я хотел бы зачитать вам приветствие от имени областной думы и депутатского корпуса. Уважаемые участники турнира, тренеры и судьи, от имени депутатов Рязанской областной думы и себя лично поздравляю вас с проведением второго открытого турнира по дзюдо среди девушек. Турнир организован Рязанским отделением Союза десантников России и посвящен Дню военного разведчика. Это глубоко символично. Наш край богат спортивными и радовыми традициями, знаменитыми достижениями в соревнованиях по дзюдо самого высокого ранга. Специализированная детская и мужская спортивная школа Олимпийского резерва «Комета», на базе которой проходит турнир, воспитала немало мастеров спорта, здесь тренируются работы, выдающиеся российские